Дорогие друзья, наш мощный, позитивный канал снова в эфире. Мы желаем вам богатырского здоровья, отличного настроения. Не болейте, выздоравливайте. Берегите себя, друзья мои. Все, я уже с утра встал, Господа ел, но я даю только Ладу и, ой, Белку и Челси. Вот. Две козы только даю пока. Ну вот. Сейчас еще принесу. Маленький мой. Хороший аппетит у меня. Да, да ладно, ладно. Иди кушать тут. Вот, надо Ладе дать. Ладно, кушай. Я найди сюда. Ева, иди кушай. Ева. Вот они так вот. Ну, не дал снять ты, морда. Все. А мы еще, мы же занимаемся не только тем, что доим и кормим. У нас есть дела поважнее. Нам же надо печку топить. Я тем занимаюсь, даже пилю дрова. Баню еще надо сегодня затопить с нулем просил. Это чего это? Зачем еще? А, это зерно это. Этим голубям прилетает. Тоже под канал. Вот. Все, я же пилю дрова еще. Помимо всего прочего. Вот немножко. Ну, потихоньку пилю. Братья обещали приехать. Брат Азат и брат Марат обещали приехать. Помочь. Братья это не мне братья, они между собой два брата. А они из моей деревни, как бы. Мы, ну, почти родственники. Вот. У нас же нету деления. Вот. Так что вот. Все. Сейчас баню еще надо затопить. О, точно. Пойдемте затопим баню. Так вот, берестовица сюда вот. Положим в эту сторону. Сейчас вы скажете, ну раз бересту положил, она и так разгреется, да? Но у нас же современные методы. Современный метод выглядит. Ну, балосту, конечно, нужно спичками помыть. Ну, а так ради совсем надеялся. Почему нет? Ну, нифига же береста еще под рукой. Сейчас вот чуть разгорится, ну что уже разгорел. Вот оно как сразу загорело. Сейчас чуть разгорится и сырые дрова брошу. Тяга хорошая у меня в бане. Сразу же это. Ну, баня, помните, да, выглядит примерно вот так. Елочку не стал я откидывать, а баню поставил. Вот. Что тут у нас? Тут вот так вот баня выглядит. Помните, да, когда баню строите, баня должна быть большой. Обычно делают баню маленькая, а при хошку большой, стол, стул, там и сидеть, пить типа пива. Надо определиться, что вы строите, баню или столовую. Так что вот. Все, сейчас разгорится. Натянули вечером, сказал, еще с тренировки приду. Ну все, сейчас разгорится, никуда не денется. Вот, пойдем к маленьким сходим. Посмотрим, что там. Но улица у нас прохладно, загоним их. Сейчас поедят немного. Все. Еще одна такая. Белочка, а чё ты тут стоишь? Бандюга, чё ты всё? Чё ты, чё сюда? Чё такое? Чё? Тихо, точка мой. Чё мы ходим? Кушай. Спокойно, товарищ.
Белый, зайди в тепло, что ты здесь? На улице у нас по утрам холодно, там 18, 17, 20. Иди, иди, иди. Ну что на улице, что ты стоишь? Не хочешь есть? Иди. Не надо вот это вот. Не надо такого. Чё? Почесать? Ай, ай. Не стыдно тебе, а? Не стыдно тебе. У них вот здесь вот тесто, вот хвост и вот это соединение все. Тихо, тихо, тихо. Все. Ухаса. Мак-мак. Мак-мак. Дави, 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 дави. Опа. Молодец, Леночка. Леночка, молодец. Вот так вот. Что такое? Что, нога замерзла? Давай погрею. Давай погрею. Давай погрею. Все, 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 все. Ну все, будем заходить уже, нет. Ну давно гуляют уже? Часа два. Что такое? Ты, ну, ты губы накрасила, что ли? Губы накрасила. Ты притепурилась, что ли? Все, сейчас будем. Сейчас еще немножко поедят и будем заходить. Дави, дави, дави. Ну что за привычка-то? Сам не ешь, другим не даешь. А? Дави. А знаешь, почему он все такие? Ну, он же есть не хочет. Бел, ну все, давай, заходите. Будешь гулять? Давай, погуляй. Давай, давай погуляй. Гуляй, давай, гуляй. Дави, не трогай ее. Давай. Вот видели? Папа сказал гулять козе. Коза гуляет. Поняли? Ваша собака так умеет. Молодец, умница. Папина ты, папина. Так, ну что, друзья мои, всем богатырского здоровья. Отличного настроения. Дома печка дымит. Баня там что-то тоже. Ну-ка посмотрим. Ну, еще не разгорелось. Все. Так что вот. Все. Друзья мои, пока-пока. Всем хорошего настроения, всех отличных выходных. Теплой погоды. Так что вот. Всем тысяча тысяч подписчиков, друзья мои.